И всем привет, ребята, с вами Савчик Вот, и сегодня смотрите, что мы будем делать, да-да. У нас будет опять очередная реакция, три реакции подряд, да-да. Что-то Савчик Вот молодец, зачастил. Ну, вы, надеюсь, посмотрели прошлую реакцию. Смотрите, что мы будем смотреть? Это сейчас на 9-м месте в трендах, ну, на момент съемки. А момент съемки происходит 25 апреля. Руки вверх, она меня целует, да-да. Что-то как-то странно. Уже есть давнишний старый клип. Он тебя целует. Песня. А он тебя целует, говорит, что любит. И та-та-та-та-та-та. Да, знаете такое, да? Руки вверх. А сейчас вот только что, буквально менее суток назад, меньше суток назад, вышел клип «Руки вверх». Она меня целует. Она меня целует. Это такое ощущение, что новая песня уже набрала 700 тысяч просмотров. Ну, я говорю, меньше суток назад. Давайте сейчас включим. Громкость, в принципе, такая нормальная. И давайте смотреть. Мне самому интересно. Может быть, это переделанный просто клип старый. Но почему песня тогда называется «А она меня целует»? Вот, я сейчас только что посмотрел, в поисковике забил. «Он меня целует». Вот она песня. Она там 22 миллиона просмотров. Старый клип, потому что эта песня старая. А это вот какой-то новый клип. Песня «Она меня целует». Да-да, не забывайте. У нас сейчас на канале происходит розыгрыш. Сейчас это получается у нас 6-е видео. И в этом мы уже 6-е видео вот в этом разыгрываем. 152 тысячи коинов. Так что вот они условия. Ну, в принципе, вы, наверное, знаете. Обязательно подписаться на канал, поставить лайк этому видео, поставить на колокольчик, написать самый крутой комментарий. Все. Надеюсь, вы выполните, и со временем вы каждое видео так пишете комментарий позитивный. Обязательно открывайте свой профиль в Ютубе, чтобы я мог посмотреть, на кого вы подписаны, и все такое. И сразу же потом я вам через недельку перевожу эти коины. Так что обязательно участвуйте, переходите в комментарии, и все такое. Вот они условия. Ну, они все еще есть, надеюсь. Давайте смотреть. Мне самому очень интересно. А у нас качество 1080, да. Ну вот сразу началось, видели, а? Ну как так можно? Руки вверх! BQ! Телефоны! Это же отстойные телефоны, вы что? Прям с первых же секунд реклама телефона BQ. Офигенно, да? О, да, BQ. А я думала, что такой любви, как у нас, больше ни у кого нет. Ты говорил, что любишь меня, а я дура верила. Что? Что? Акинфеев? Что? Ну вот понятно, зачем ты ушел из сборной, да, Игорь? Он, походу, ушел из сборной, чтобы петь «Руки вверх». Я просто в шоке. Обалдеть! В городе безлюдно, темно, темно. Не стоит ко мне ехать, ведь все уже давно решено, решено. Между нами только пустота, лед не тает, ты уже не та. Ну, короче, это Акинфеев просто стоял и открывал рот, а пел настоящие «Руки вверх». Но что он тут делает? Видимо, клип, мне кажется, был очень дорогой. Эти сказки расскажи ему, а я...
разной помады. А я ей говорю, не надо, слушай, не надо. Давай же обойдемся без прощальных объятий. Мы больше не увидимся в этой кровати. Она меня целует и уже не узнает, кого я обниму и кто меня обнимает. Давай с тобой просто помолчим на прощание. Мы больше не увидимся. Все, до свидания. Зачем? Зачем вы телефон BQ? Ладно бы Oppo рекламировали, как Егор Крид. Oppo намного круче, чем BQ. Ну как так? Ну и этот... Акинфеев, что ты тут забыл? Сколько тебе заплатили там миллионов? Решено, решено. Между нами только миражи. Между нами слишком много лжи. Эти сказки расскажи ему, а я, пожалуй, пойду. Телефона взять телефон и сканировать этот QR-код, и там высветится реклама BQ, прикиньте, а? Смотрели, если честно, то я немножко офигел. Первое. Второе. Ну, давайте сначала про баллы поговорим. Клипы я поставлю 9 баллов из 10. Знаете, из-за чего? Из-за BQ! Почему BQ рекламируете? Зачем? BQ это же говно! Дис на BQ! Фу, BQ! Ну вот, короче. А так все там офигенно. И только из-за вот этой рекламы... 9 баллов из 10. Песни я, кстати, поставлю там 7 баллов из 10, ну, потому что песня, ну, не самая лучшая. Я бы даже сказала, вот эта песня, «Он тебя целует», вот эта песня, там и лучшая мелодия, там и качественные слова, там больше хотя бы поют, а тут половину клипа, половину песня. Да, конечно, это нормально, но не песня же 2 минуты идти. Она, наверное, в оригинале будет звучать 2-2,5 минуты максимум. Я, в принципе, почти никаких слов не услышал, кроме «Она меня целует». Что? Зачем? Просто переработали старую песню, поставили не он, а она, и сделали намного проще, но клип крутой. Пригласили Акинфеева, который ушел из сборной.
И для чего нельзя было другого актера найти? Я вот, если честно, в шоке от этого. Но если честно, то понравилась, естественно, песня. Но 7 баллов все равно ставлю из 10. Не самая лучшая песня. И просто давайте на секундочку я вам покажу кое-что. И просто послушайте вот это, где 22 миллионов просмотров, уже песни более 20 лет, а он тебя целует. Да-да, и посмотрите просто сейчас, насколько изменится все. Теплым брожу один, ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. Давайте, а припев. Теперь потерял тебя. А он тебя целует, говорит, что любит, ночами обнимает, сердце прижимает, а я мучаюсь от боли со своей любовью, фотографии в альбоме, а тебе напомнит. Да, он тебя целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердце прижимает, а я мучаюсь от боли со своей любовью, фотографии в альбоме, а тебе напомнит. Вот это реально видно 90-е. А вот то, этот, скажите, вот реально, кому больше понравилась вот эта песня, хоть и не до конца смотрели, или вон та. Вот реально, давайте проголосуйте в правом верхнем углу. Та песня, она меня целует, либо он тебя целует. Снова вижу я вас вдвоем, ты улыбаешься, в сторону я отвожу глаза. Что же делаешь ты со мной, зачем издеваешься? Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя. А он тебя целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердце прижимает, а я мучаюсь от боли со своей любовью, фотографии в альбоме, а тебе напомнит. Да, он тебя целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердце прижимает, а я мучаюсь от боли со своей любовью, фотографии в альбоме. Ну вот на такой прекрасной ноте, мне кажется, закончили. Надеюсь, вы проголосовали в правом верхнем углу, что вам больше понравилось. По мне, так это, естественно, лучше песни. Это я, естественно, 9 баллов бы по 10 поставил. Всем спасибо за просмотр. Обязательно участвуйте в розыгрыше, а то реакции у нас обычно не такие большие. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока. С вами был Савчик Кот. Всем удачи и всем пока. Ну, надеюсь, вы поставили. Давайте, ребятки, пока.